Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами рассматривать интересные перспективные проекты. Сегодня у нас на очереди проект Social. Рассмотрим кратко, что это за проект, вспомним, чем он занимается, и, собственно, основные характеристики и моменты этого проекта мы с вами рассмотрим. Итак, для начала стоит отметить, что Social — это децентрализованная социальная сеть, которая никак не подвергается цензуре. Social проект построен на блокчейне Solana, и все ваши данные будут хранить на нодах, и никак не будут они выходить в общедоступную сеть, как в Web2. Вот. Основная цель Social — это дать пользователям больше свободы в социальных сетях, возможность монетизировать свой контент и решать будущее развитие сети с помощью DAO. И, собственно, вот это вот DAO у нас основной момент, который нам нужно, собственно, рассмотреть. Итак, собственно, DAO — это децентрализованная автономная организация, как мы привыкли называть это, да? Автономная система блокчейна, которая управляется с помощью программного кода и никак не зависит от человеческого фактора. То есть самая главная особенность DAO — это то, что у нее отсутствует центральный узел, да, как мы все понимаем, который управляет всей системой без согласования с другими участниками. То есть в целом в подходе в DAO это... И отсутствует иерархическая структура, поэтому все участники экосистемы так или иначе наравне друг с другом могут принимать решения. Вот, собственно, DAO можно считать это появление эфириума, первый блокчейн платформы, где была реализована логика смарт-контрактов. Также можно отнести DeFi протоколы, всякие DApps приложения и все прочее. Вот, то есть принципы DAO заключаются в том, что... Ну, основные несколько принципов. То есть это первое, все решения принимаются коллективно, роль управляющего выполняет программа и непосредственно одноуровневая архитектура, чего нет, например, в Web2. Вот. Также главная цель Social — это стать децентрализованной социальной сетью, которая будет управляться сообществом. Каждый из пользователей сможет участвовать в управлении, внося свои предложения, обсуждая, участвуя в голосовании и все прочее. Вот. На самом деле, чем больше информации о Social появляется, тем больше хочется уже начать пользоваться этим продуктом, потому что так или иначе скоро уже появятся какие-то готовые тестовые приложения либо веб-версии, и, собственно, есть все шансы, что все-таки будет уже какая-то революция, да, в сравнении с тем... с теми приложениями, которые для нас уже привычные по типу Web2, Twitter, YouTube и все прочее. Вот, то есть непосредственно Social уже хочется попробовать, потрогать, изучить, посмотреть и уже, собственно, приступить к работе. Вот, также пару моментов из Вики, которые я бы хотел сказать. В принципе, это вся информация общедоступна, ссылка будет в описании. Вот, но я бы хотел еще остановиться на варианте монетизации, потому что все-таки немногие еще понимают, как это все будет работать, потому что Web2 у нас в принципе нет монетизации, да, есть только те моменты, когда мы платим, например, за рекламу, чтобы получить какую-то прибыль. Вот, то есть у нас есть два вида монетизации. Это когда вы создатель контента и когда вы просто пользователь. То есть если вы создаете контент, у вас есть варианты подписки нескольких уровней. То есть чтобы, например, читатели подписались на вашу подписку там, первого и второго уровня, они должны будут выкупить ваши токены и, соответственно, вы уже на этом заработаете. Вот. А также, если вы пользователи, вы можете просто приобретать токены других каких-то перспективных авторов. Вот. И уже непосредственно с ростом этого автора будет расти цена ваших токенов, и вы можете ими также спекулировать, дешево покупать и дорого продавать, и, собственно, на этом зарабатывать. Вот. Это основные моменты, которые нужно знать на данный момент. Понятно, что еще продукта готового нет, точнее он есть, он сейчас просто открыт небольшой группе лиц, которая является тестировщиками, которые все это тестируют, чтобы уже для нас
выкатить полностью готовый продукт, и мы с вами работали без каких-либо багов, лагов, проблем и так далее. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем следить за проектом вместе. И уже, надеюсь, скоро мы с вами попробуем написать новый пост, зарегистрироваться, купить какие-то токены, продать свои токены и многое другое.